В дежурную часть поступило сообщение о работе нелегального игрового клуба. На место с проверкой выехал участковый. В ходе проведения проверки был направлен участковый, уполномоченный отдела полиции по городу Анапа. Участковый уполномоченный в ходе отработки данного заявления установил факт осуществления горного бизнеса по данному адресу. Следственно-оперативной группы этот факт был подтвержден. В данный период времени ведутся мероприятия по установлению лиц, возможно, причастных к данному совершению преступления. Будут опечатаны и изъяты причастные к игорному бизнесу предметы и вещества. В дальнейшем будет вестись проверка по данному факту, в ходе которой будет принято законное и обоснованное решение сотрудниками отдела МВД России по городу Анапа. Секретные желания, как в азартной игре, на мониторе рассекречены 6 системных блоков, 6 мониторов, 2 модема и деньги из кассы, имущество опечатано и изъято. Ведется следствие, сотрудники полиции устанавливают всех причастных к правонарушению.